здесь, кроме всего того, что вы занимаетесь. Когда посмотрел список, ни одного мальчика нет. Вам скучно? А? Нет? Я когда здесь девушки и мальчики потом. Да? Или о девушке, а девушке потом. Да. Вот типа, а? Типа этого. Типа этого. Чисто женская команда это. Это у нас в одной классе Краснов тренируют только чисто женщин. Mm-hmm. Это резерв для олимпийской команды, можно сказать, России для выступления будущих олимпийских игр. Вот у нас тут наша, можно сказать, надежда, наша и российская. Mm-hmm. Ксюша Кирилла, Оля Терентьева тоже победительница этапа Кубка мира уже. Девочки, вот Кузнецова Татьяна, Семена Марина, это неоднократно призеры чемпионатов России, первенство. России. Другие девушки помоложе, они участницы спартакиады народов, ну, проводит первенство России. Ну, в общем, наша надежда. Перспективы какие? Перспективы у нас. Есть будущее. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы, надеемся. Спорт высших достижений. Ну, надеемся. Сейчас в последнее время у нас же... Как надеяться, значит? Конституционное право на их стороне. Скажут, я замуж хочу. Что сделать? Ну, ты ничего не смог сделать? Какие ограничения? Условия создаем. Сначала учеба, закончен университет, педагогический, факультет физвоспитания, стать хорошим тренером или вот, параллельно. Вот как Калинкина закончила, училась в училище также с 8 класса, закончила университет, потом аспирантура и дальше продолжает спорт. А уже или решает вопрос семейный. И я всегда говорю, будет кусок хлеба, диплом будет у вас, вы будете независимы ни от родителей. Даже если муж будет не тот, только на себя будете полагать. Как? Муж всегда будет тот. Ну вас тот, ну нет, бывает всякое, я говорю, всякое бывает. Жизнь, жизнь. Чтобы быть на плаву, нужно получить высшее образование. Вот цель. Вот после высшего образования, говорю, хоть на ушах ходите. А почему любой ценой высшее образование? Ну, не любой ценой, получить высшее образование, чтобы... Мы говорим, наоборот, среднее, специальное... Среднее, специальное, образование. Ну, если в спорте сейчас... Если в спорте нужно высший спорт, если мы занимаемся спортом высших достижений, то здесь не все здесь. У нас четверо сейчас в составе профессиональной команды, в этом году подписали контракт Калентьева, Андреева, там, Антонова и Кирилла, это тут сестра ее. Вот, они профессиональную команду «Русвел» называется, спонсируется как бы федерацией, плюс это, ну, «Газпром», это «Итера», как бы дочерняя фирма. Вот, там у них идет уже подготовка непосредственно к «Газпром». Вот. Не дешевый, так скажем, спорт. Да, велосипед не дешевый, но мы пытаемся все это оправдать результатами, и как бы, еще не было ни одной олимпиады 96-го года, где бы не участвовали в нашей. Вот. Спасибо. Сейчас хочу я послушать вас, как здесь у вас идут учебные процессы. Смотришь, трамплином выстрел. Ну, их осваиваем постепенно. Ну, сейчас собираемся еще. После скольки падений в среднем, значит, уже перестает падать? Ну, там мы постепенно. Ну, в среднем, говорю. Ну, падаем. Ксюша, ну-ка, скажи-ка, как приходилось падать, да? Во время перелета? Да. И синяки, и все остальное, да? Синяки, это еще шланги. Да? Они заживают быстрее. Два человека у нас вот только что вот сняли швы, пластины сняли. Это переломы. Это на чемпионатах мира, на Кубке мира в ЮАРе разбилось. Вот Терентьева Оля, я уже звонить хотел, медаль золотая с чемпионата Европы, она уже догоняла Швейцарию, это первое место шла швейцарка, у которой она за неделю Виталий выиграл Кубок мира. И я уже хотел звонить, лет времена падает, ломает кисть. И ток не надо было подождать. Ну, я... Потому что ваше желание через Вселенную все передалось, да, и в итоге неблагополучно все это закончилось. Да, ну у нас это так и бывает все время. Вот. Ну ничего, мы быстро... Адаптируйтесь, да? Да, и уже тренируемся на уровне, также вместе с девочками. Не пропускай тренировки. Бассейн работает, что ли? А? Работает, да? Работает. Ходите, плавайте, нет? Разрешают нам или запрещают? Ну, иногда. Все разрешает. Самоволку отпускают? Нет, можно, разрешать. Самоволку отпускают, когда ходите домой там? Редко. Все у нас режим.
Да, режим. То, что одна тренировка пропущена, следующая там идет на последовательность. Пропускаешь, значит, уже. Ну, как вы сами считаете, это хорошо? Да. Да? То есть... Ну, для нашего вида спорта, мне кажется, чем дисциплинирование нас держит. Полувоенный режим. Да, какой-то спартанский. Вот. Это тоже не каждый практически выдержит. Характер тоже закаляет вот именно такой слой. Не выдерживает, то значит и в спорте уже. Многие не выдерживают. Это те, которые вот уже все выдерживают. А так. Каждый год просматриваем, просматриваем, и остаются единицы. Все эти, которые не смотрели, они уже отсеялись, да, в принципе? Да, да. Ну, каждый год вот так получается. С правой стороны мы пообщались, левая сторона как у нас вообще? Ну, молодежь, молодежь. Из Адабайской. Тут рядом, в принципе, да? А как родители отпустили? Ну, отпустили. Мобильник есть, на связи, да, в принципе? Да. Хорошо. Очень талантливый. Сразу пришлась и сразу писалась. Усельские они еще уносят. Да, да, сельские. С малых лет к работе уже приучено. Тем самым ранние подъемы, поздние ночлежки. Это хорошо. Как раз, кстати, да? Вообще для группы Владимира Николаевича Россия фактически второй дом. Они 200 дней в году, некоторые больше здесь находятся. Дружили бы нам сразу 200 дней? Да, благодаря этому сильнейшие гонщицы в России, это молодежь. Эта группа в приоритете, то есть в любое время, даже когда бывает здесь уплотняем, мы не видим, но они будем здесь имеют приоритетное право. Сейчас морозы не мерзнете? Свои комнаты. По сколько человек комнаты? Трое. Трое, да? Стабильно. В этом корпусе. А чего? Не ругаетесь? Не спорите там? Не делите ничего? Не позволяете друг другу такого, да? Это хорошо тоже. Корпоративный дух, это значит хороший. Сейчас прочитай по каким принципам жут. Ну-ка прочитайте вот это. Кодекс чести, да? Давайте. Господи, сделай меня вроде мира Твоего, чтобы я там любовь проявлял, где меня ненавидят, чтобы я прощал, где меня обижают, чтобы я соединял, где царит ссора, чтобы я правду говорил, где господствует заблуждение, чтобы я свет зажигал, где зажигает тьма, чтобы я радость давал, где живет печаль. Господи, дай мне не стремиться к тому, чтобы я был утешен, но чтобы я утешал, чтобы я был понят, но чтобы я понимал, чтобы я был любим, но чтобы я любил. Ведь тот, кто дает, тот получает, тот, кто прощает, тот будет прощен. По этим принципам. Молодцы. Это ваши, да? Да. Разработки. Да. Творческие. Да. Духовный. Это самый главный. Не только физический. Это суть. Без духа смысла нет. А любой спортсмен духом должен быть силен. Это вот дает дух, дает надежду на победу. Вырабатывает волю к победе. Только вперед. И дойди до дистанции. На велике или пешком, или ползком, да? Пожалуйста, какие вопросы? Не стесняясь, можете задавать. Перед вами, пожалуйста, и министры. Заместители, пожалуйста, есть журналисты, пожалуйста, можете тоже им задавать вопросы, они вас могут к вам могут задавать вопросы. Просто несколько слов можно сказать по да. Развитию этого спорта республики. Давай. Собираемся в той трассу, так как Владимир Николаевич говорит, ну, европейского уровня, чтобы можно было рак строительство центра, да, там будет трасса. И собираемся уже сделать там уже проект есть, велодром. Велодром надо вот так. И там будет для детей, значит, трасса BMX. Так это BMX, это вот эти почки. И хотим нестандартный велотрек. И кольцо там где-то метров на 300. Чтоб дети, любой желающий мог прийти, сел на его спереди, под присмотром родителей катался, а тренера уже, значит, видят, которые перспективно, раз взяли себе в секцию. В общем, для развития, как бы, я думаю, это не только для велосипедистов, значит, это для всего населения города. Популяризация, да? Да, да. Комплекс изначально и проектировали его, чтобы он был универсальным, то есть для массового, для физкультуры, не только для элит.
открытая. Да. С учетом финансирования, когда мы завершим вообще эту трассу? Ну, основное мы должны в этом году, значит, 133 уже проектировки стоит. В июле завершим? Саму трассу? Нет. Саму трассу нет. Нет? Нет. Там где трассу до конца мы его до июля не завершим, мы его приближенно, вот этот рельеф, мы его сделали, вот, а вот препятствия, тропы до июля мы его не завершим. Это на... Ну, вообще все работы по благоустройству, по дорогам подрядчик планирует в этом году завершить. Уже там по зданию, по самому, то, что перейдет. Значит, и проект, конечно, мы завершим. То есть никаких сомнений не должно быть. И прекрасные условия появляются уже для занятия. Прежде всего. Ну, вообще идет, вообще отлично. Постоянно профессионал, так скажем. Поэтому вот, от имени всех я хочу поблагодарить за поддержку. Это наша работа. Это спорта. И... Нет, ну в последнее время видно же, что вот велоспорт, как все ответы, но я по другим видам не могу сказать, как в том числе отвечать за велоспорт. Ну, развивается. И вот наше министерство помогает, и правительство, и помогает еще Федерация Российская, Российская Федерация много помогает. Вот сейчас два года подряд, в 2011 году, кажется, в 2011 году, программу «Старт» запустил. Программу «Старт» для поддержки детского велосипедного спорта. Вот участвует федерации, региональная федерация, аккредитованная. Вот по результатам, ну, участвует, а по результатам выступления, в 2012 году мы получили 30 велосипедов, и автомашину «Газель», и 30 комплектов формы. Знаю, докладывать. Да, в 2013 году уже то же самое, получили 25 велосипед и еще автомашину «Газель». Ну, приятно же. Вот, сервис кто оказывает вам? Что? Сервис. Сервис автомашин? Нет, велосипеда. А, сервис, у нас свои механики, мы сами все сами. Свои специалисты? Да, конечно, там, потому что это такая специфика. Кроме тренировок, это, наверное, даже не настроит никто эти велосипеды. А ты чувствуешь же, да, как да, водитель да, машины, так и все велосипеди, свои велосипеды. Да. Это же такая любовь должна быть. А парахинки, каждый, парахинки, да? Парахинки хотел спросить, потому что раньше, помню, всегда мы в ручном режиме, по питанию был вопрос с Владимиром Николаевичем, всегда мы это так. Сейчас как вообще? Только честно. Нормально. Наедаете? Кашку устраивает? Было и не хватало. Молочный суп? Видно, глаза сытые, девчонки. Надо есть полезную пищу. Владимир Николаевич там своя диета у него заказывает. Свое меню, все обговаривает. Лишнего веса, я смотрю, ни у кого нет. На дискотеке и ходите, что здесь? Так, не проводите? А здесь нет когда сборы. На дискотеку там на трассе. Остается только за музыку включать, да? Да. Молодцы, что хотите быть великими спортсменами. Это желание надо претворить в реальную жизнь. Еще помогает нам вот фонд поддержки альпинистов России. По маунтинбайк, организовали они один приз всего за первое место, 3,5 миллиона. Так вот мы, наша чувашская школа, достойно стали первого приза. Вот это мы выиграли вот этот приз. И вот на эти средства мы сейчас планируем. Вот форму вот, разработали дизайн пока. Вот я сейчас на согласование привез девочкам. Вот эта форма будет команда чуваши. Коллегиально обсуждайте сейчас. Да, да, там где что изменить, там цвета, что проект. В общем, это что, штаны? Это так, левый комбинезон. Черный цвет, для чего здесь? Подходит? Ну, как раз для обсуждения могут его убрать. Вот черный цвет, белого цвета. Немцы же там свои формы сготовили. Да, желтый немцы. Поэтому желтый это наш цвет. Да, надо посмотреть. Дизайнеры. Понятно, сразу. Черный, мрачный, ярче какой-то. Да, и белый яркий, да, такой, больше белого. Яркий вид спорта. Тут мы как сказали, здесь действительно с черного цвета нет, мы как стараемся 20 цвет. Ладно. Это обсуждение. На обсуждение. Вообще задачу поставили, вот эти гранты сейчас в этом году впервые решили использовать эти средства на инвентарь, на оборудование, на экипировку. До этого это запрещено было в этом году. И поэтому задачу поставили, все у нас гранты получили 9 школ, чтобы максимально именно вот одеть,
формой, обеспечить инвентарем, а не просто там за счет соревнований. Соревнования мы части УТС мы за счет бюджета все-таки. Один-единственный ребенок, практически, да. Да. По этой номинации. За счет этого фонда, значит, да, номинации получили. Они разделили по лету. Это же 3,5 миллиона. С одной стороны, они такие большие деньги. Это очень большие, да? Для нас огромные деньги. Если для сравнения, еще там 4 года назад 500 тысяч на, все, да, на весь вид выделялось от республики. Ну вот даже вот насчет инвентаря, вот я, конечно, с 2008 года работаю. На балансе школы, когда я пришел, было 10 велосипедов. А на данный день, вот, на данный момент, у нас порядка 120 велосипедов. Это говорит о том, что у нас все материальная база, все растет. Благодаря все-таки. Надо, ну а как там? На простых велосипедах не проедешь, соответственно, проедем трассу. Да, ну уже в последнее время у нас девочки вот выступают уже. Я говорю, на достойных велосипедах. Поэтому показывают достойные результаты. Кроме формы должны быть достойные велосипеды.